Всем привет! Вы на канале MyFatsPlanet, и в этом видеоролике я приобрел новых интересных муравьев, а именно Harpygnathus saltator. Итак, распаковываем посылку. Пробирка с муравьями. Видим голову одного муравья, но остальных не видно, так как в пробирке находится бумажка. Заранее подготовил формикарий Panerin House Mini. В нем будет жить небольшое количество сальтаторов в первое время. Заселяем муравьев. Я вытащил вату и теперь наблюдаем, как будут вести себя муравьи. Сразу заметно, это необычные муравьи. Во-первых, они рыжего цвета. Имеют крупные мандибулы и очень крупные глаза, которыми, кстати, для муравьев они очень хорошо видят. И при приближении какого-то крупного объекта, например, человека, они очень хорошо реагируют. Также вы можете посмотреть на их движения. Они очень плавные. В отличие от каких-нибудь мессоров, муравьи не бегают в панике. Они аккуратно исследуют новое пространство. Поворачивают голову и рассматривают территорию. Этот вид муравьев в дикой природе обитает в Индии и на острове Шри-Ланка. Сейчас я попытался достать бумажку с муравьями, которая находится в пробирке. Вот, кстати, один рабочий вынес кусочек ваты. Опять же, хорошо заметны его плавные движения, как он поворачивает голову и рассматривает окружающую среду. Теперь я достал полностью бумажку из пробирки со всеми муравьями. Их 8 штук, 7 рабочих и 1 матка. Посмотрите, как муравьи виляют брюшком. Муравьи эти достаточно интересные. Они умеют прыгать примерно на 10 сантиметров в длину. Также имеют жало и яд, с помощью которого и охотятся. Оставляем муравьев на освоение нового жилья. В следующем видео будет кормление этих муравьев. На этом все. Всем пока. Вы были на канале MyFatsPlanet.